Сегодня ОЦК заявила, что подразделением войск США было поручено найти и уничтожить северо-вьетнамские формирования, предположительно использующие в качестве базы местную деревушку. Войска готовятся к серьезному сопротивлению, так как в районе операции были замечены отряды СВА. Заняли нашу базу! Граната! Что не бега? Что не бега? Не, это один твою мать! Сосредоточить огонь по цели. База потеряна. Противника захвачен. Мы заняли базу. Навалились на них! Туда! Контакт! Пехота! Узкоглазые идут! База захвачена!
стороне! Пускоглазые взяли базу! Захватили наши позиции! Хорошая работа! База наша!
главную пехоту. Давай, патроны! Здесь Куки! Официальный Ханой заявил об уничтожении войск, проводящих зачистку. Красные заявляют о великой победе. ОЦК не комментирует ситуацию, заявляя лишь, что не обладает сведениями о провале операции или потерях. К нам приходят разрозненные сведения, что союзным подразделениям, проводящим зачистку, было приказано уничтожить деревню, предположительно являвшуюся опорной точкой СВА. ОЦК считает обнаружение этой деревни первостепенной задачей, утверждая, что она является важнейшей опорной базой противника.
Сегодня ОЦК заявила, что подразделением войск США было поручено найти и уничтожить северо-вьетнамские формирования, предположительно использующие в качестве базы местную деревушку. Войска готовятся к серьезному сопротивлению, так как в районе операции были замечены отряды СВА. Меняю магазин! Пехота! В порядке.
серьезный! В мою сторону движется противник. Сосредоточить огонь по цели. На подходе. Контакт! Пехота! Вижу лодку противника. Узкоглазые идут! Красный! Вид серьезный! Навалились на них! Туда! В мою сторону движется противник.
все зачищено, мы взяли их! Официальный Ханой заявил об уничтожении войск, проводящих зачистку. Красные заявляют о великой победе. ОЦК не комментирует ситуацию, заявляя лишь, что не обладает сведениями о провале операции или потерях. Принимавшие участие в сражении у высоты 137 американские войска были преобразованы в мощную ударную группировку и направлены в небольшую изолированную долину под названием Хубай. Разведка США определила этот район как ключевую стратегически важную область. Источники, близкие к верховному командованию, предупредили, что там же находятся регулярные части СВА. Сообщение...
sai đường rồi. Thank you.
Уходи! Đằng kia!
Тихая долина в Хубай стала одним из самых страшных мест для армии США. В течение всего лишь нескольких часов чудесный ландшафт превратился в кровавое поле боя, на котором танки СВА рассеяли американских солдат и технику. В районе долины Пхубай войска США собирают для предстоящего штурма крупные силы. Их задачей является уничтожить канал поставки риса для тысяч солдат северо-вьетнамской армии, чувствующих себя здесь как дома. Под нажимом прессы ЦК заявила, что эта операция не представляет никакой угрозы для гражданских запасов продовольствия в этом районе.